с провокацией. Сегодня только документы и факты. Стой! Вода! Начни, Настя. Вечно тут проблемы. Я Гошу беру. Меня здесь кормят, поют, одевают. Настя, ты где? А где Настя? Хотите, я покажу вам мертвую корову? Гош, ты закрыл Настю. Ну и правильно, зачем ее снимать вообще? Что это? Стой. Поговори со мной хотя бы 5 минут. Я тут. Стой. О, мой телефон. Скажи мне, как дела? Ты думаешь, я... Блин, мне нужно, короче, играть в депрессию. А у меня в последнее время все налаживается в жизни. Вот, мне видно вообще? Фоткала? Да. А сейчас? Да. И сейчас? Да. Мне просто хреново, потому что мое настроение зависит от людей. Типа, если мне какой-нибудь человек пишет, намек этому человеку, если он мне пишет, то мне все хорошо. Ой, мне жарко развязался, видимо, правда. Если не пишут, то все хреново. Поэтому пишите своим любимым и нелюбимым. До свидания. Берегите себя и свои блинчики! Парень у вас есть? А это секрет, Лично, не публично. До свидания. Это мой парень, мы в браке. У нас трое детей, 5 внуков и 7 правнуков. Ну что, вас родители нормально отпустили? Ну как вам сказать? В общем, рассказываю, значит. Я такой захожу, говорю, мам, мы в лес. Он говорит, мама же посмотрит по-любому бэкстейдж, да? Она говорит, вы что, офигели? Как в лес? Я говорю, у нас машина, генератор, все нормально будет, а потом мы там, ну, с утра где-то приедем. Она говорит, ну, короче, что-то сказал, мы убежали. Это была интересная история от Гоши. Очень интересная и познавательная, увлекательная. Девочки, пишет мам. Меня здесь кормят, поют, одевают. Все хорошо. Не волнуйтесь. Мне кажется, потуже веревку надо затянуть. Потому что я свободна. Я хочу, ну, как бы почувствовать, что я заперта. Актерское мастерство. Анастасия, как вам съемки? Ух ты, я красная. Да, щечки такие красненькие. Мне холодно. Спасите, посмотрите на меня вообще, как я выгляжу. В одеялке. Мы просто поднялись очень сильно. Посмотрите, какие у нас... какое у нас освещение. Профессиональное. Просто блогеры снимают на кольцевую. Тиктокеры всякие там. А мы снимаем на профессиональное. Потому что мы кто? Потому что мы... Лу, ту-ту-ру-ту-ту-ту, зе, ту-ту-ру-ту-ру-ту, ры, ту-ту-ру-ту-ту-ту, лу, зе, ры. Да ладно, мы самые клёвые. Лузеры. Давай, раз, два, три. А клип? Че, замерз, Гош? Ага. Круто, Гош, это очень страшно и очень круто. Кажется, я очень лохматая, да? Ты вот сейчас, так, кстати, типа выпрямилась. Да.
Да? Да. А мне показалось наоборот. Нет, уложилась, да. Ты до этого более ломатый был. И что, в кадре? Что у нас случилось? Да капец какой-то. Вот вечно какие-то проблемы. Хотели клип снять нормальный. Уложиться, все расписали по дням. У нас какой-то кабель вонючий просто пропал. Он просто пропал, сломался. И ни у кого нету. Мы позвонили мужику с Авито, Марату какому-то. Он трубку не берет, мы да, три Марат, раза звонили. Если ты смотришь это видео. Марат. Если ты смотришь это видео, знай, ты козел, ты трубку не берешь. Настя, что делаешь? Я пью чай и греюсь в машине. Ну вот, пей чай и грейся в машине. Так, ну и последний раз туда. И обратно давай. Давай я обратно. Буду вот так, буду так. Давай. Давай. Ну все. Марафон. Я, конечно, все поняла. Где наши операторы, Настя? Я не знаю. Вот. Идите. А куда а идите? Мне кажется, нас обыкать хотят. Да? Я себя чувствую пьяным мужиком. Я просто хочу спать. Гоша. Гошечка. Пойдем нас провожать. Пять. Пойдем провожать. Пойдем. Поговори со мной. Хотя бы 5 минут. Проснись, Настя. Машка, повода хорошо? Да. Ну, видно же. Съемок, наконец-то. Я пойду спать. Не спала 2 ночи. И хочу есть. Все, всем пока. В него пили еще Элвис Пресли. И группа в чем? И Мерлин Монро. Нога так больно.
Стой! Поговори со мной! Никому не говори, мечтами разбитыми. Я не помню даже слова. Всем спасибо. И опять склейка. Опять снимать. Не, это будет. Есть Кикова, что? Потанцуем? О! 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 Гош, у тебя одно лицо на всех кадрах. Сколько идей сразу отпало? Вообще все отпало. Да. Даже вот уйти вот сюда хочется, честно. А чем вы занимаетесь на съемной квартире? Я потом глажу. Как-нибудь так вот. Маш, хочешь попасть в бэкстейдж? Вот смотри, ты в бэкстейдже. А, ты снимаешь? Нет. Настя гладит мне рубашку. Не, ничего. Вот отдельный просто стакан, вдруг он для декорации, его нельзя брать. Ага, бери. Если захочешь разбить, говори, чтобы я села. 300. Да я штукарь за это не получу. А спаси за использование чая, но надо еще доплатить. Не, мне кажется, она специальный брезентик. Она типа закрытая, может, я не знаю. Вот там Висма открытая. Ну, Висма. Я Висму не, я вообще не очень хочу. А кто хочет Висму?
А ты меня снимал? Да. Ты понравился? Коротко, тонко, я весь слушаю. Ну, ты держись. Что-то мне нравится, как ты обнимаешь. Встань, я тебя обниму. Я бы обняла бы себе по-женски, вот так вот бы. Да, давай, Гоша. Да я, блядь, всю могу добывать. Нет, ты знаешь, что это. А, это он меня добывает? Сегодня у нас грустно бэкстейдж. Потому что мне грустно. Хреновый день. И сложные съемки по анимации. Я Гошу била. Ну да, наеденек сегодня. Да. А я могу вот эту такая типа. Нифига себе ты. Так, главное ничего не разбить. Я не понимаю, как так можно. Меня снимаешь, да? Меня же по сути нет. Ну, то есть я у нее в голове по клипу. Да? Нет, это флешбэк. Это флешбэк. Это было? Да. А, то есть я есть. Был. Да, ты настоящий. А, я думал просто налить чая, короче, поставить по ложку и пакетик, типа она чай навела, а никто не пьет. Но раз я настоящий, то я буду пить чай. Ну, идем к сегодня. Анекдот, значит. Ну я понимаю, о чем он говорит. Слушай дальше. Да. Ты мне сейчас звонишь, когда меня снимают. Поэтому, возможно, этот кадр попадет в клип. Съемки, да. Ну, короче. Почисни лучше апельсин. Придет у меня кольцо. Отлично. Встречаются у парикмахера. А, подожди. Парикмахер такой, ну чё, давай рассказывай, как там в России. На этом кольце, когда там уже больше? Не знаю, я не выходил. Ну, впрочем, еще не вечер. Я ничего не понимаю, я вот поняла, что есть слово парикмахер. А, почищу, ты неправильно чистишь. Он говорит. Парикмахер такой, еще... Всё? Кольцо вот сняли? Да. Анекдот что не кончился, ё. Вот и анекдот. Снимала. Короче, я люблю апельсины, и когда мне тошнит, я их ем. Потому что они цитрусовые. Аргумент. Они просто вкусные. Я люблю, когда мне их чистят. Вот мне их в последнее время чистит Гоша. За вас и за Кавказ. Там Маша. Там Настя. Там Никита. А тут я. Да. Как будто фильм снимали, на самом деле. Сейчас отсюда будет банда киллеров.
вообще везде. Или в магните тоже. А может быть вообще во всем городище? Может, надо просто выйти наверх? Давайте. А может... Выше есть убили какой-то? Настя, ты где? А где Настя? Что случилось? Мне остался 1% на телефоне. А, у них что случилось? У нас вечные подставы какие-то. У нас провода, блин, рубится. То, не знаю, что у нас еще происходило. Бензин кончался в генераторе, то холодно, минус 4, то свет вырубился. Что происходит? То квартиру снимаем, где вообще нельзя людям находиться, там только 2 человека. У нас целая компания, 7 съемочная команда. Что за день? Что будет дальше? Это игра «Что было дальше?». Мы ни у кого не сперли, но вдохновились. О. Игра саперов. Подождите, стойте. Без мата скажи. Мы все в шоке и уходим отсюда. А что случилось? Да у нас это там... Свет выключили, по-моему, заразили. Но мы этому не способствовали. Стой, пока говорим со мной. А, пока тебе... Вот это? Стой, скажи мне, как дела? Та-па-па-па, ну так. Ромерно, соскуш, одинок, душ, без тебя. Без тебя, для меня просто скучно, одинок душ, без тебя.